Добрий вечір. Доброго вечора всім. Будь ласка, поставте мені якийсь плюсик, чи помашіть мені у чатику в нашому рукою, хто мене бачить, хто мене слышит, нормально ли мене слышно і видно. І поки мені поставлять плюсики, я буквально пару слов таких технічних скажу, що хто, може бути, не був у нас ще на прямих ефірах. Дело в том, что идет немножечко с задержкой. То, что я говорю здесь, вы видите и слышите минуты через две, а то и через три. То есть сейчас вы видите вообще момент, когда мы просто вот жду я включения. Значит, поэтому, когда вы задали вопрос, а я продолжаю говорить и никак не реагирую, это просто я еще не вижу в чате. Точно так же и... То, что вы пишете, я тоже вижу немножечко позже. То есть у нас есть немножко такая несинхронизация. Вот. Но, тем не менее, все нормально. Вот, уже есть прекрасно. Спасибо, Галина. Все хорошо видно и слышно. Отлично. Спасибо большое. Тогда мы начинаем. Спасибо, Валентина. Тогда мы начинаем. Меня зовут Елена Мозерист, я эксперт по продукции компании Джерелия, и сегодня я хочу представить вам новинки шестого каталога. Это будут тоже две диетические добавки. В следующем каталоге, в седьмом периоде, у нас уже будет огромнейшее количество косметики. Вот. А тут мы еще продолжим добавками. Мы собрали уже действительно очень хороший пул диетических добавок. Сейчас все понимают, что о своем здоровье, что о своей красоте, здоровье, самочувствии. Надо бороться, надо заниматься и внутренне. Понимают сейчас все, что вот нутрицептики, диетические добавки к рациону питания, это, в общем-то, уже стало действительно частью нашей хорошей, нормальной, здоровой жизни. Организм отвечает всегда с благодарностью на них. И мало того, мы достаточно большое количество проблем уже можем решать комплексно, вот даже так, не так, что вырвано один там какую-то одну добавочку. Мы можем решать достаточно комплексно. И сегодняшние новинки, они тоже нам в этом помогут и впишутся в комплекс. Значит, и сразу первая наша добавка. Это комплекс для суставов, хондроитин с глюкозамином и с МСМ. У нас хондроитин с глюкозамином был в свое время, он был еще с минеральными компонентами, а здесь он очень удачно, очень хорошо и очень правильно дополнен еще вот метилсульфанилметаном или органической серой. Значит, и как раз действительно это большой плюс вот этой диетической добавки, то, что она вот с метилсульфанилметаном, я о ней дальше немножечко расскажу. Что мы имеем, для чего нам нужен этот комплекс? Конечно же, в первую очередь, для профилактики и как дополнительное средство в составе комплексной терапии, то есть когда уже есть проблема, вот в составе комплексной терапии, заболеваний, проблем различных, потому что не всегда это даже еще заболевание опорно-двигательного аппарата. Если есть уже именно захворивание опорно-рухового аппарата, то зачем нам нужно это средство? Для уменьшения воспаления и боли. Самое главное для того, чтобы предупредить разрушение хрящевой ткани. И для того, чтобы улучшить продуцирование синовиальной жидкости, то есть вот этой внутрисуставной жидкости. Соответственно, уменьшится и хруст сустава. И здесь вот, как вы видите, я для начала выделила как раз те моменты, вот зеленым выделено то, что, на что не всегда даже обращают внимание. То есть понимают, что добавка принимается, если есть проблема, но не всегда берется к вниманию, что это может быть вот очень нужное в профилактическом плане, в плане облегчения вообще. Это когда есть повышенные нагрузки на сустав, это большой вес. То есть людям с большим весом и не занимающимися, допустим, ну вот нетренированным, так скажем, тренированным может быть еще хуже на самом деле, смотря как тренируются. Значит, это большой вес, большая нагрузка, да, на суставы. Уже есть смысл принимать. Это физические нагрузки, это условия труда, вот физический труд, который на суставы дает нагрузку.
Причем это, кстати, даже может быть и не совсем физический, потому что с тем же позвоночником, это и те, кто сидят много, кто работает как раз и офисные работники. Это людям, особенно вот уже в возрасте, когда есть боли во время движения, есть зажатость, есть скованность, вот вроде бы не воспалено, вроде бы не болит, вроде бы не артроз, вроде бы, но есть вот какие-то уменьшения подвижности там и так далее. То есть людям в возрасте, безусловно, это тоже нужно. В принципе, для оздоровления суставов, для профилактики вот различных дегенеративных изменений в них, то есть это остеохондрозы, остеоартрозы, артрозы, ну, артриты воспалительные, это не дегенеративные, но тем не менее, значит. Вот. И для реабилитации после травм опорно-двигательного аппарата. Это то, что касалось вот нас всех, и отдельно, конечно же, отдельно, абсолютно необходима эта добавка тем, кто ведет активный образ жизни и для спортсменов, потому что прекрасно защищает, надежно защищает опорно-двигательный аппарат от повреждений, от травм при тренировках, после тренировок, восстанавливает после травм, мы уже об этом говорили, помогает укреплять и костную ткань. Хотя, в принципе, глюкозамен с хондроитином – это, конечно, в первую очередь хрящи и связки. Но, тем не менее, определенное положительное воздействие оно и на кости тоже, безусловно, оказывает. Очень хорошо вот все эти нагрузки, да, вот особенно те же тренировки, но иногда и условия работы, которые вот повышенным вот этим, ну скажем так, да, стиранием, если можно так сказать, сустава, то вот как раз замедляет вот износ хряща вот, именно при подобных нагрузках. Вот, и поэтому, собственно говоря, тем, кто занимается вообще каким бы то видом спорта, физической активности, ходить, силовые, что бы ни было, но есть повышенные нагрузки, заботимся, безусловно, о состоянии нашей опорно-двигательной системы. Входит в состав хондроитин, который как раз вот участвует в строительстве основных веществ хрящевой и костной ткани. Он, что важно, он, как это сказать, прыгничает, да, ферменты, которые разрушают структуру как раз хряща и тормозит процессы вот старения хрящевой ткани. Зато способствует восстановлению. Очень важный момент, это часто спрашивают, что вот там хрустят суставы, не хватает внутрисуставной жидкости. Как раз именно вот хондроитин, ну, глюкозамен, безусловно, тоже, продукцию как раз улучшает вот этой жидкости внутрисуставной. Но не забывайте о том, что внутрисуставная жидкость, она тогда, когда есть вертикальные нагрузки. То есть тут еще и надо все-таки действительно ходить. Вот, замедляет разрушение костной ткани, вот замедляет разрушение, стоит на страже того, чтобы не разрушались и костная, и хрящевая ткань, и при этом способствует ее восстановлению и имеет еще противовоспалительное определенное действие и определенное обезболивающее действие. Глюкозамин. Это как раз синтез вот основных компонентов хряща и тоже мешают, препятствует его разрушению. Он, что важно, он улучшает производство гиалуроновой кислоты вот в этой внутрисуставной жидкостью и тоже угнетает ферменты, которые разрушают хрящевую ткань. И теперь, что касается МСМа. Глюкозамин с хондроитином многие уже знают, пользовались. У нас была эта добавка, прекрасно она, ею действительно она хорошо использовалась, она хорошо, был на нее хороший большой спрос, но мы улучшили еще эту формулу. Во-первых, у нас, я же говорю, у нас очень хорошее сейчас сырье. У нас очень действительно, почему у нас так долго нету кордицепса вот той пока, потому что можно же было бы, да, там на определенные компромиссы пойти, но нет. Но нет, кто пробовал уже наш кордицепс, знает, что он просто супер. И поэтому вот все еще ждется, есть вот этот момент. Так и здесь очень хорошее сырье. Значит, что касается МСМ или метилсульфанилметан, но
трудновыговариваемое название. То есть проб, в принципе, это органическая сера. Ее иногда еще называют пищевой серой, ну, в общем-то, органическая сера. Самое главное то, что, во-первых, она – это такое вот, знаете, соединяющее звено между двумя другими компонентами. Именно благодаря сере они максимально хорошо усваиваются и максимально хорошо работают. То есть она работает, вот, скажем так, на формулу, да, на улучшение. Но кроме того, сера является как раз основой соединительной ткани. И в том числе это и клапанный аппарат сердца, и венозные артериальные сосуды, и базальная мембрана. Самое главное то, что, вернее, не самое главное, это вот то, что касается то, о чем мы сейчас говорим. Это соединительная ткань, это вот суставных поверхностей, сухожилий, фасций, связочного аппарата и всех суставов, и позвоночника, ну и других тканей еще человека. Эта сера имеет очень выраженное противовоспалительное действие. Она работает как органический анальгетик, то есть обезболивает. У нее как раз вот это вот снятие болевых ощущений очень хорошо выражено. И под ее влиянием активно вырабатывается коллаген, без которого, как вы знаете, хрящи и связки, и ну, кожа тоже, безусловно. Когда не хватает коллагена, то плохо им, вот, ухудшается состояние. Кроме того, сера – это вот как бы то, на что направлено действие всей диетической добавки. Но у серы еще есть масса как раз того, что нужно, потому что серосодержащие аминокислоты, которые, вот, безусловно, когда мы говорили, если вы помните, когда мы говорили о гипостане, я давала такую картинку, вот фаза детоксикации в печени. Эта сера как раз вот участвует полностью в процессах детоксикации, которые проходят в печени. Помимо того, что она... Это же не так, что мы вот эту сделали добавку для суставов, и больше сера вот только тут и будет работать. Нет, она будет работать на все, что она умеет делать. Поэтому... Кроме того, что она принесет пользу суставам, она, в общем-то, еще достаточно большую пользу, в принципе, принесет организму. Поэтому эта добавка сейчас максимально вот правильная, удачная и с вот максимально выраженным действием. Что касается использования по одной капсуле 3 раза в день во время или после еды, запивая стаканом воды, рекомендованный курс 2 месяца. Сколько курсов в год? Году это подбирается уже индивидуально, потому что все зависит от того, принимает ли человек эту добавку просто для того, чтобы, ну вот, пугает возраст наступающий, да, вот надо поддержать свои суставы, они похрустывают где-то, то, или это проблема человека, у которого есть серьезные проблемы, да, есть какие-то артроз, допустим, или еще что-нибудь. Соответственно, вы же понимаете, что количество курсов будет разное. Что касается противопоказаний. Индивидуальная непереносимость, как обычно, беременность, период лактации, дети до 15 лет. То есть с 15 лет рекомендована эта добавка. И я написала, что при сахарном диабете возможность использования должна с врачом оговариваться. Значит, ну, во-первых, перед использованием всегда нужна консультация врача. Но в данном случае, значит, почему я написала? Дело в том, что неоднократно я встречала это самое очевидно, просто посмотрев на глюкозамин, глюкоз вот это вот отметив, но достаточно часто я читала о том, вот, таких не в серьезной литературе, насчет того, что глюкозамин с хондроитином, значит, диабетикам нельзя. Вот буквально перед вебинаром, буквально пару дней назад читала я как раз большую, хорошую научную статью Ольги Громовой, это известнейшего специалиста и руководителя НИОНовского, ЮНИСЕФовского, да, института минералов. И как раз там как раз шла речь о том, что вот большие проблемы испытывают люди с диабетом как раз с суставами, вот как раз с этой изнашиваемостью хряща, так скажем, воспалительными процессами. И как раз они исследовали именно применение глюкозамина с хондроитином. Прекрасно, чудесно, очень рекомендуют.
и все это самое, все хорошо и нормально. На всякий случай, чтобы не было сомнений, безусловно, можно поговорить с эндокринологом, у которого человек наблюдается. Но я же говорю, что последние хорошие исследования говорят о том, что не противопоказан при диабете. Значит, и что касается, вот я говорила о том, что мы уже можем использовать комплексно несколько добавок, наружные средства. Все-таки, да, суставы, проблема может быть серьезная, проблема может быть очень беспокоящая и так далее. Что мы можем? Мы можем, во-первых, безусловно, с нашим хондровитом сочетать. Он направлен больше даже на снятие вот воспаления, боли. При этом у него есть восстанавливающие, да, свойства. А глюкозамин, хондроитин с глюкозамином и МСМ больше, вот, как это сказать, препятствующие разрушению и восстанавливающие, при том, что есть тоже и противоболевые, и противовоспалительные свойства. Соответственно, эти две диетические добавки, их можно применять комплексно. Эффект будет, конечно же, лучше. Надо смотреть уже индивидуально, либо сначала пропивается хондровит, потом пропивается хондроитин с глюкозамином. Вот. Или они могут даже приниматься параллельно. В общем-то, хондровит принимается за 30 минут до еды, а глюкозамин с хондроитин, между ними не нужен большой промежуток. Тут никаких сорбентов нету, ничего, они друг другу не мешают, и они не пересекаются. Поэтому можно за 30 минут принимать хондровит и хондроитин с глюкозамином, соответственно, после еды, запивая стаканом воды. Ну, там курс, вы помните, 3-4 недели до месяца. Здесь курс 2 месяца, то есть, что естественно, продолжая, значит, уже хондроитин с глюкозамином. Ну и, безусловно, наружные средства – это крем наш Остеобиомакс и это самое, и что еще, и аппликации. Аппликации из мальфара с белой глиной, и, конечно же, аппликация с изопропелем и с магнием. Вообще чудодейственная, между прочим. Вот, то есть мы можем уже вот такой хороший комплекс, к этому мы можем добирать еще минералы, к этому мы можем добирать еще витамины и так далее, и так далее. Но вот такой конкретный комплекс, два средства внутренних, два средства наружных, мы уже имеем, соответственно, мы можем очень намного качественнее, намного активнее, намного лучше работать и бороться с этой проблемой. Это наша первая добавка. И вторая наша новинка – это диетическая добавка к рациону питания хлорелла. Я ее тоже очень-очень ждала. Вот. И я надеюсь, что когда вы с ней познакомитесь, она будет тоже на расхват. Причем я уже даже знаю, с какого момента все себе поставят галочку, что нужно купить. Не с самого начала. Я скажу, приблизительно скажу, с какого момента. Значит, 250 миллиграмм в одной таблетке. Значит, ну, во-первых, это действительно простой, надежный способ сохранять, поддерживать здоровье и молодость своего организма. Хлорелла – это водоросль, одноклеточная, только в чистых водах растущая. Действительно, вот все очень хорошо, экологически чисто. Значит, и вот ее невероятная популярность, ее сейчас называют, она именно диетическая добавка, ее сейчас называют вообще хлореллу суперфудом, потому что ее состав вот этому именно и способствует. Во-первых, это, конечно же, ну, может быть, это даже, но для меня все равно это первое, это, конечно, хлорофилл, который там присутствует, который называют зеленым золотом. И зеленым аналогом, в общем-то, нашего гемоглобина. Да? Это большущий комплекс витаминов, вы видите. Это витамины группы В, витамин А, это сам С, Д, Е, К и В3, ПП, который никотинка. Большое количество минеральных веществ. Большое количество аминокислот. Хлорелла очень богата белками, и я об этом отдельно скажу. Полиненасыщенные жирные кислоты, то есть омеги там же присутствуют. Клетчатка, полисахариды, гликопротеины и так далее. Очень богатый состав.
очень полезный состав, очень оздоравливающий состав. Начнем мы как раз с такого общего действия, действия именно в первую очередь на здоровье. Во-первых, это, конечно же, природный иммуномодулятор, который повышает, он повышает защитные силы, он иммуномодулятор, он не подстегивает иммунитет и не угнетает его, он модулирует. Очень хорошо работает, воздействует на всю сердечно-сосудистую систему. Это и тонус сердца и сосудов, и артериальное давление помогает стабилизировать. И регулирует уровень холестерина. Кроме того, обратите на что внимание, что как раз улучшает работу желудочно-кишечного тракта, нашей пищеварительной системы. Конечно же, микрофлора кишечника. И вот на что обратить внимание особо, это то, что эффективное дополнение при лечении хронических панкреатитов. Потому что вы знаете, даже с теми же, а мы дальше будем о похудении говорить, дело все в том, что вот когда задают вопросы, наверное, вы сталкивались с тем, что очень часто именно панкреатит является как раз противопоказанием достаточно большому количеству средств тех же для похудения. Здесь как раз наоборот мы используем, но мы всегда консультируемся с врачом. Давайте договоримся о том, что мы всегда консультируемся со своим лечащим врачом. Наши консультанты, наши врачи, они, безусловно, они могут подобрать в общем, рекомендовать, но это заочно. Заочно по закону первичную заочную консультацию ни один врач не имеет права давать. Он может подобрать, и дальше человек консультируется со своим лечащим врачом, который знает все подробности, который может посмотреть человека, задать нужные вопросы, получить тут же ответ и назначить нужное обследование, получить его результаты и знать уже, что, как. И потому что с тем же панкреатитом вы прекрасно знаете, сплошь и рядом, когда поставили на УЗИ, да, у вас хронический панкреатит, и все ходят. Все население Украины ходит с хроническими панкреатитами. Ничего подобного, безусловно, то, что, допустим, там неравномерная эхогенность или что-то еще, это совершенно не относится, не имеет никакого отношения к заболеванию панкреатита. Вот, вот такое отступление лирическое. Значит, и, безусловно, хлорелла очень хороша для профилактики злокачественных новообразований. Мало того, при уже имеющейся онкологии может использоваться для восстановления после лучевой терапии и после хирургических вмешательств для улучшения заживления. Ну, с онкологией мы же знаем, что тут мы всегда вообще консультируемся с врачом-онкологом, но вот это нужно обязательно знать, что она действительно в этом плане очень хороша, рекомендована и используется. А вот теперь наступает момент, где я говорила, что камни в желчном принимать, Анна вот как раз и говорит, с камнем нужно, с камнями в желчном, с желчекаменной болезнью нужно говорить. У нее как такового желчегонного, в общем-то, эффекта нету, но нужно, тем не менее, говорить с врачом. Значит, и вот тут наступает момент, где все поставят галочку. О том, что нужно купить хлореллу. У нее есть, значит, несколько таких моментов. Во-первых, она помогает похудению. Мы ее в наши все схемы по похудению можем без вопросов включать. Она, во-первых, ускоряет обмен веществ. И кроме того, за счет того, что там много белка, вот она дает больше, да, дает ощущение насыщения, и она стабилизирует уровень сахара в крови. За счет этого она притупляет аппетит. Используем схему для похудения. Очень хорошо способствует улучшению качества кожи. Действительно, те, кто принимают вот, хлореллу достаточно долго, говорят, вот теперь мы понимаем, как эту фразу «кожа светится изнутри». Она действительно очень хорошо начинает выглядеть. Способствует укреплению волос, потому что вы помните, какой у нее состав, вы помните, что, какие витамины, какие минералы входят. То есть то, что мы, собственно, принимаем отдельно для того, чтобы укреплять волосы,
Здесь мы можем принимать в составе хлорелы. И у нее есть совершенно нужный нам момент, учитывая приближение, да не только весну и лето, потому что и зиму эта проблема, как вы знаете, стоит очень остро. Дело в том, что при регулярном использовании, ну, при регулярном прикурсе, да, она очень за счет хлорофилла очень хорошо убирает, я здесь написала запах пота, на самом деле не только запах пота, но вообще неприятные запахи тела, неприятный запах изо рта, неприятный запах какой-то от тела, да, вот, и в том числе и запах пота. Как чистый хлорофилл, так и хлорелла, содержащая его в огромном количестве, она действительно очень хорошо убирает. Вот запомните этот момент, когда начнет. Ее, собственно говоря, ее называют внутренним дезодорантом, хлорофилл сам особенно, называют внутренним дезодорантом, называют внутренним ёршиком для всяких неприятных явлений. Вот. Но вот этот момент запомните, потому что наступит вот весна, лето, и вот когда будет жарко, вот, то этот вопрос будет вставать достаточно остро. Кто спортом занимается, ну и вообще, в принципе, вы же прекрасно знаете, иногда это не спорт и не жарко, а тем не менее очень актуальная проблема. Вот хлорелла как раз на это работает. Кроме того, за счет того, что большое количество она содержит белка, более 55% от сухой массы, особенно актуален ее прием, безусловно, для вегетарианцев, для веганов, потому что для использования, вот именно добавляя к своему рациону питания. Но, согласитесь со мной, для вегетарианцев, для веганов это более чем актуально, потому что и там же незаменимые аминокислоты, и белок. Вот. Вообще витамины, которых не хватает, которые не все могут взяться из пищи, да, более сбалансированным его делает. Но вместе с тем мы же большинство из нас на самом деле тоже не добираем белка. Да, вот эти 1-2 грамма хотя бы, 1,2 грамма на килограмм массы тела, в общем-то, мы же далеко не все это получаем. Вот, то хлорелла, а это, соответственно, вот волосы, когда вот такое диффузное выпадение волос телогеновое, это, безусловно, это первое, что надо всегда смотреть, чтобы было достаточное количество белка в рационе, чтобы было достаточное количество железа, чтобы не было анемии. И, кстати, при анемии, безусловно, хлорелла тоже показана. Вот этот зеленый аналог нашего гемоглобина, там они отличаются, в нашем железе, в зеленом гемоглобине, господи, в хлорофилле магний центром. Вот, тоже использовать. И, соответственно, вот я же говорю, выпадение волос – это что мы проверяем? Мы проверяем белок, мы проверяем железо, мы проверяем щитовидку. Это в первую очередь. Ну, стресс и так далее, и так далее, и так далее. Но начинаем мы вот с этих вот китов. Поэтому, безусловно, конечно, мы будем полным ходом всячески рекомендовать хлореллу, вот когда надо и белок восстановить, и когда при том же выпадении волос, да? При похудении, при запахе пота. Это вот я же говорила, что пока здоровье, это уже каждый будет действительно выбирать, потому что, ну, вся проблема в том, что мы не всегда работаем профилактически. Когда там оно еще будет, когда там те суставы сносятся, а потом ты приходишь в определенный возраст и понимаешь, боже мой, почему я раньше не делал того, что было нужно. А сейчас у нас для этого есть, соответственно, все возможности. Но вот эти моменты с похудением, с выпадением и с запахом пота, я думаю, очень привлекут. И, соответственно, польза будет принесена и остальная. И для сердечно-сосудистой системы, и для пищеварительной, и так далее. Значит, что касается приема, это по 14 лет. По 5-6 таблеток в день во время приема еды, запивая водой. Но я вам хочу сказать такой момент, что совершенно точно вот на практике, вот что касается именно для похудения, лучше работает, когда принимается утром натощак. Вот на похудение работает, безусловно, гораздо лучше.
хорошие результаты очень дает. Но тут такой момент. Опять-таки, начинайте в любом случае, начинайте буквально вот с парочки таблеток, да, в день, и сделайте сначала во время приема еды как положено. При очень чувствительном желудке, может, чуть-чуть вот как-то нужно привыкнуть, может послабить немножечко, есть такое, вначале тоже может такое быть. Поэтому всегда начинайте, и у хлорелы есть эта рекомендация, начинать вот буквально действительно с пары таблеток, и вы смотрите, как, во-первых, привыкает к новой такой добавке ЖКТ наше. А во-вторых, вы спокойно, четко знаете, на какой момент остановиться. Может быть, при очень хорошей переносимости, в общем-то, можно и больше на самом деле. Потому что это не лекарство. И вот хлорелла, это действительно, это вот как коллаген, да? Суперфуд, который можно и немножечко больше, допустим. Тут можно чуть-чуть подвигаться туда-сюда. С хлорелой это не запрещено. Тут можно чуть-чуть меньше. Кому-то достаточно будет меньше. Еще же от веса зависит, как вы понимаете. Вот. Рекомендованный курс 1 месяц. Потом сделать на недельку, на 10 дней перерывчик. И можно опять его повторять. Опять же я говорю, это как суперфуд. Тут уже... Даже то, что мы пишем, что рекомендована консультация врача, это все-таки, ну, учитывая то, что есть, если, допустим, какие-то хронические заболевания, всегда надо проконсультироваться. Но с хлорелой месяц, неделька, 10 дней перерыв, и вполне можно идти на повторный, и так можно повторять достаточно долго. Единственное, что ставится, что в противопоказание аутоиммунные заболевания. Опять-таки, я вам хочу сказать, что тоже надо решать это индивидуально, потому что вот с кем я говорила из врачей, и вот с кем это, и я со своими, не сталкивались мы с тем, чтобы каким бы то ни было образом хлорелла что-то не так сделала при аутоиммунке. Но тем не менее консультироваться надо. И с осторожностью это когда принимаются препараты, которые разжижают кровь, потому что она тоже имеет способность немножечко разжижать кровь. А тем, кому не потрібно, Альона, а тим, кому не потрібно худнути, порекомендуйте, будь ласка, як його приймати. А от тим, кому не потрібно худнути, приймати так, як написано у способі застосування. Саме по 5-6 таблеток на день і саме під час прийому їжі. От тогда она не будет особо работать на похудение. Ну и плюс, кому не надо худеть, соответственно, и не уменьшают, то есть питаются в своем, ну, в обычной калорийности, скажем так. При давлении можно ли принимать? Если оно не совсем зашкаливающее, где надо все консультировать с врачом, то, безусловно, можно, потому что у хлорелы, во-первых, немножечко есть вот эти кроворазжижающие свойства, и кроме того, она идет как стабилизатор давления, она идет как стабилизирующая давление добавка, поэтому у нее такого противопоказания нету. Вот я же говорю, я стараюсь аккуратно, ну, потому что все может быть, поэтому стараюсь аккуратно, но тем не менее говорить и рекомендовать. Но что касается хлорелы, то у нее нет противопоказания, что касается повышения артериального давления. Вот это... Так, и все. Угу. И вот это то, что касается наших новинок двух. Если есть еще вопросы, пожалуйста, я с удовольствием на них отвечу. Но я думаю, что очень как раз вот... Как только они появятся, мы их сразу, безусловно, запускаем в работу, потому что это те добавки, которые нужны не кому-нибудь когда-нибудь, а это как раз те две добавки, которые нужны очень широко. И вот особенно меня радует то, что появился хондроитин с глюкозамином и с МСМ, что мы можем дополнить наш хондровит более длительным еще приемом, более восстанавливающим приемом. С хлорелой я рада, потому что у нас же есть вот наши средства для похудения.
Считайте, детоксы, есть очень много ограничений при проблемах с ЖКТ. Есть определенные ограничения у нашей гарцинии, у хитозана его практически нету. Вот, но как-то маловато, да? Вот. Мало того, сплошь и рядом вот в колл-центр, в поддержку приходят вопросы, что вот человек прошел вот эти, вот, допустим, курс там детоксов с гарцинией, похудел, но человеку надо худеть очень намного, хочет еще, чем продолжить. То есть мы имеем возможность уже и более хорошо подбирать, мы имеем возможность тем, кто не получалось никак, никакие добавки, допустим, кроме вот хитозан и спраны. И все. Здесь мы имеем еще одно новое средство, плюс мы имеем то, чем мы можем продолжать, либо начинать. Ну, в общем, делать длинные курсы тем, кому надо похудеть намного. И то, что я уже неоднократно говорила, абсолютно все наши диетические добавки для похудения, их самый основной плюс – это то, что они не просто не вредят здоровью, не просто не имеют в своем составе каких-то психостимулирующих, психоактивных компонентов, а то, что все они приносят пользу здоровью. Даже если человек после курса не похудел настолько, насколько хотел, тем не менее он восстановил микрофлору, и так далее. Спасибо, да, Алена, про аутоиммунные. Вот, да, я же на всякий случай проконсультироваться с врачом, ставят противопоказания. На практике при разных аутоиммунных заболеваниях не было склерозы реально никаких проблем, поэтому может быть просто там, допустим, не превышая дозировок и так далее, и поговорив, конечно же, с врачами. Вот. Так что вот это то, что я хотела вам рассказать. Встретимся мы очень скоро, то, что я обещала по женскому здоровью, и там, где и наш будет ямс, и будет брокколи, и мы соберем еще все, что нужно. Вот. Ну, а седьмой будем уже встречать, я же говорю, там будет очень много уже косметики, пока секреты раскрывать не буду, но приятные сюрпризы всех очень будут ждать. Ну, я же говорю, и плюс вот эти добавки, которые запускаем просто сразу в действие. Спасибо большое за внимание. Я еще вот минутку-две смотрю на, если есть вопросы, которые дойдут вот до меня. Ага, все, да, доброго вечера. Так, вроде бы вопросов больше нет. Спасибо большое за внимание. Всего доброго, до свидания. Ждем и запускаем их в работу и берем себе. Я вот хлорелу очень сильно жду как раз. Спасибо, до свидания, всего доброго.